Сегодня мой день начался с плохих новостей. На местный рынок подброшено 2 истощенных щеночка. Их не просто бросили здесь, а безжалостно вышвырнули из машины на глазах у всех средь бела дня. Увидев, что продавцы кормят щенков, хозяин рынка был в бешенстве и потребовал, чтобы продавцы выбросили их в мусорный бак, или же он сам с ними разберется. Знакомая попросила меня написать статью об этих крошках, чтобы у них появился шанс на спасение. Уже через час мы отправились на рынок, чтобы познакомиться с этими несчастными малютками. Иди сюда, маленький. На скорей кушать, на скорей. Иди сюда. Иди скорей. Иди сюда, зайка. Увидел эти миски. Значит, иди сюда, малыш. Не позже, вот убежали, что ли. Иди сюда. Иди сюда, зайчик. Ну, иди, мы тебя погладим. Мы тебя погладим. Иди скорей. Иди скорее, малышка, иди сюда. Тюля красивая, девочка. Бедная. Ой, выкинули вас, да? Красотка. Это вот второй день, да, они здесь? Да, с вчерашнего дня. С утра стала какая-то машина, Вера видела с этого, с фруктов. Подъехала, вот там за контейнером бросила и ушла. Сердечко ушло. Ну, просто ужас. А если сейчас их не уберут, то они будут их убирать, сказали сами. В мусор. Я говорю, каким образом в мусор? Малыш, иди сюда. Иди сюда, зайчоночек. Пои. Худенький. Ты любишь, когда тебя гладят, да? Ты любишь. Всем крошечка, иди сюда. Ты подходишь, да? Я общительный, да? Общительный мальчик. Вот, что тут интерит этого. Вот, дядя Рима. Она же ничего не делает. Вот тебе. Вот тебе. Попались. Попались, малышка. У щеночков торчали косточки. Они были очень голодны и смотрели на людей с такой грустью и надеждой, что от жалости сжималось сердце. Но не у всех. Прохожие делали вид, будто не замечали их, а малыши так хотели обратить на себя внимание. Ты мой хороший. Хороший. Ты мой золотой. Идите к детям. Ну, не важно. Сейчас я возьму. Ты хороший мой. Зайчик. Зайчик. Одному из малышей очень понравилась моя дочь. Он постоянно старался сидеть к ней поближе, а потом не сдержался и поцеловал ее в щечку. Мы уходили оттуда с болью в душе, потому что в этой ситуации я была практически бессильна. У нас везде энтерит. И забрать их туда, где процветает вирус, это равносильно смертному приговору. Но и оставить все как есть я тоже не могу, потому что понимаю, их жизнь сейчас на волоске. Поэтому обращаюсь ко всем неравнодушным людям, которые смотрят сейчас это видео. Пожалуйста, спасите малышей. У них нет ни единого шанса выжить на этом грёбаном рынке. Там не выжила еще ни одна собака, и я знаю, что с ними произошло.
В свою очередь, я готова оплатить содержание малышей, обеспечить их кормом и всем необходимым, и даже доставить в другой город, неважно, где вы находитесь, лишь бы у них появился уголок и шанс найти дом.